Заводской район Саратова. От преследования полицейского мотобатальона пытается уйти водитель скутера. По ориентировке именно это транспортное средство буквально час назад было угнано неизвестными от подъезда жилого дома. В 13:00 получили ориентировку от дежурной части о краже скутера с его приметами бело-синего цвета, скутер марки «Ирбис». Мы немедленно выдвинулись в район похищения. И на улице Новоастраханское шоссе мы увидели скутер, подходящий в данную ориентировку. Требования об остановке водитель проигнорировал, попытался скрыться. В результате падение со скутера, слетевший ботинок и крупное лицо в камере видеорегистратора. Оправившись, мужчина вновь попытался скрыться от стражи порядка. Погоня продолжилась. После того, как водитель скутера совершил опрокидывание, он подался в бегство. Нами было организовано преследование по лесистой местности, после чего он был задержан и доставлен на место угона. Прибывший на место происшествия оперативно-следственной группе злоумышленник рассказал, что взял скутер у знакомого, хотел покататься и вернуть назад. Однако не вспомнил даже имени своего друга. Не смог предъявить 32-летний мужчина и водительское удостоверение. Скутер вам принадлежит? Скутер нет, мне принадлежит. Кому? Взял покататься у знакомого. Мужчину, ранее осужденного за грабеж, теперь ждет новый срок. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса. С мая сотрудниками мотобатальона ОМВД России по городу Саратову выявлено более 250 нарушений, почти половина из которых совершены водителями мотоциклов. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Вести, дежурная часть, Саратов.